Все больше людей активно используют интернет для поиска подработки. Торговцы людьми тоже активно используют социальные сети, интернет-форумы и чаты в поисках потенциальных жертв. Девушек могут завлекать мнимым трудоустройством в качестве официанток, гувернанток, моделей, предлагая очень выгодные условия. Или могут знакомиться и создавать видимость романтических отношений с последующим обманом. Уловки разные, но результат один. Жертв принуждают к труду или действиям сексуального характера, применяют угрозы, шантаж и нередко физическое насилие. Будьте бдительны, тщательно проверяйте предложения о работе и не соглашайтесь на сомнительные предложения. Обезопасьте себя, чтобы не оказаться в трудной ситуации. Консультируйтесь, звоните, пишите.